Приветствую всех на своем канале. С вами Маркелло Борис. Итак, вы у меня видите последнее видео по X токену. Конечно, я его двигал официально, все, что тут было, но прирост за 24 часа 0%. И это видео называется X токен ошибка разработчика. То есть на данный момент это последнее видео, и я хочу вам сказать, что больше проекта X-Token я двигать не буду, не собираюсь, и больше развивать я его не буду. Прошу огромное прощение тех, кто сюда зашел, и прошу еще одно сделать, то есть зайти на биржу. Даже вот сделать вот так вот, заходим в статистику, и у всех, у кого есть X-токены, вот у меня 7.62, нажать на эту кнопочку и вот так вот сделать 7.62. Почему я так делаю? Потому что, ну, продолжение этого банкета я больше не вижу. Вы все прекрасно видите, что свои деньги я, конечно, получил. Вот, хочу еще получить $18.48. Возможно, X-токен будет стоить каких-то бешеных бабок лет через 100, может, через 150. Но, тем не менее, я продаю X-токены. И заканчивая движение в данном направлении. Следите за моим каналом и всем удачи, успехов. Всем привет!